Переходим к практике Верховного суда, которая связана с налоговой выгодой. Перед вами акты судебной коллегии, которые как раз связаны с этой проблематикой. Но здесь сразу замечу, что, конечно, центральными актами являются дела фирмы Мэри, а также дело Спецхимпром. Дело же Уралбройлер я рассматривал в других видеоматериалах, и поэтому здесь я его рассматривать не буду. Пожалуй, центральным делом в практике 2021 года по налогам стало дело Мэри. Ну, во всяком случае, его в наибольшей степени обсуждали в профессиональном сообществе, да и на страницах средств массовой информации. Дело Мэри. В нем рассматривался вопрос о возможности применения расчетного метода с учетом положений статьи 54.1 Налогового кодекса. И Верховный суд, судебная коллегия по экономическим спорам сформулировала следующий подход. А именно то, что расчетный метод, он может применяться в том случае, если налогоплательщик не являлся участником схемы. Ну, точнее, если он намеренно в налоговой схеме не участвовал и был вовлечен в нее лишь из-за того, что не проявил надлежащим образом должную осмотрительность. В том случае, если лицо являлось непосредственным участником налоговой схемы, прекрасно знало об этом, либо лицо прекрасно знало, что вступает во взаимоотношения с технической компанией, то в этом случае в отношении такого налогоплательщика расчетный метод применять нельзя. При этом все-таки Верховный суд делает оговорку о том, что даже вот такой недобросовестный налогоплательщик, который участвовал в схеме по минимизации налогов, он все-таки может рассчитывать на применение налоговой выгоды, но в том случае, если он, что называется, осуществит деятельное раскаяние. То есть раскроет информацию непосредственно как о сделке, о экономических показателях этой сделки, а также о реальном поставщике. Что касается оценки данной позиции, то понятно, что во многом она легализует в судебной правоприменительной практике позицию, которая отражена была в письме ФНС России, мартовском письме, которое было посвящено применению статьи 54.1 Налогового кодекса. Более того, отмечается, что позиция Верховного суда даже более жесткая, чем та позиция, которая отражена в письме ФНС России. Но есть определенные проблемы в позиции Верховного суда. Первая проблема связана с тем, что вообще непонятно, что понимается под раскрытием информации о реальном поставщике, об экономических показателях сделки, что позволит, в общем-то, не только налогоплательщику получить налоговую выгоду, но также обложить налогом доходы реального поставщика. То есть, какие действия нужно совершить для раскрытия информации, какой объем этой информации необходимо предоставить. Кроме того, следует заметить, что вообще вот это обстоятельство, связанное с раскрытием информации, оно во многом носит оценочный характер. И этим, безусловно, пользуются налоговые органы, когда пытаются обосновать, что налогоплательщик не может рассчитывать в получении налоговой выгоды. Но об этом я еще скажу. Несмотря на то, что вот этот критерий обстоятельства раскрытия информации – вещь достаточно спорная, но, тем не менее, в правоприменительной практике эти обстоятельства стали активно применять. И ярким примером является дело «Комбикормовый завод «Здоровая ферма». Ну, то есть, это дело было рассмотрено нижестоящими судами, и обоснованность подхода была подтверждена в отказном определении судьи Верховного суда. И в этом деле по ряду эпизодов в требованиях было отказано, и было указано, что отказ связан с тем, что не раскрыта информация по соответствующим спорным сделкам. При этом в отношении других сделок налоговая выгода была предоставлена судами, ну, поскольку было сказано, что, соответственно, информация по данным сделкам была раскрыта.
Как я уже говорил, не совсем понятно все-таки, какие действия нужно совершить для того, чтобы было признано, что налогоплательщик надлежащим образом раскрыл информацию о сделке, о реальном поставщике и об экономических показателях сделки. Ну, пример можно встретить в 2022 году в деле NWS Group, которое, кстати, было рассмотрено судебной коллегией по экономическим спорам. В этом деле налогоплательщик, ну, уже после вынесения решения, когда уже, или после того, как уже был вынесен акт, я точно не помню, но суть в том, что налогоплательщик, когда узнал, что есть претензии к его контрагентам, в общем-то, уточнил свои обязательства путем подачи уточненной декларации по НДС, в которой были исключены или исключен спорный контрагент, и там были отражены операции с реальным контрагентом. При этом этот реальный контрагент также выставил налогоплательщику корректировочный счет фактуры с соответствующими показателями сделки. Но суды, в общем-то, по данному делу, нижестоящие суды, отказали налогоплательщику в получении налоговой выгоды, поскольку было указано на то, что соответствующие корректировки они осуществлялись уже после проведения налоговой проверки. Вместе с тем, Верховный суд посчитал, что такой подход нижестоящих судов, он формальный. Но при этом Верховный суд не принял окончательного решения, четко не сказал, правильно ли действовал налогоплательщик при раскрытии информации, потому что Верховный суд направил дело на новое рассмотрение. Ну, там проблема была в том, что и реальный поставщик каким-то образом был связан с налогоплательщиком, и соответствующие обстоятельства необходимо было оценить. Как я уже сказал, самым спорным моментом в деле Мэри является момент, связанный с тем, что считать раскрытием информации по сделке. Критерий это достаточно оценочный, и налоговые органы, когда отказывали налогоплательщику в предоставлении налоговой выгоды, часто стали указывать о том, что налогоплательщик в действительности не раскрыл информацию по спорной сделке. И вот именно эта проблема была рассмотрена в деле Спецхимпром. И по сути дела в этом деле судебная коллегия уточнила свою позицию, которую она изложила в деле Мэри. Так было отмечено, что в том случае, если у налогового органа имеется информация о реальном поставщике товаров, ну и в общем иная информация об экономических показателях сделки, то, безусловно, эта информация должна учитываться при определении налоговых обязательств налогоплательщика. То есть из подхода Верховного суда и из тех формулировок, которые содержатся в акте, следует, что абсолютно не имеет значения, каким образом налоговый орган получил информацию о реальном поставщике. Либо ее предоставил сам налогоплательщик, либо эту информацию добыл налоговый орган. В любом случае она должна учитываться. То есть позиция, которая содержится в деле Спецхимпром, в какой-то мере снижает значение таких оценочных понятий, как содействие налогоплательщика в раскрытии информации по сделке, понятие, само понятие раскрытия сведений и информации. В общем-то, следует положительно оценить, безусловно, эту позицию, поскольку она в пользу налогоплательщиков. И все-таки, исходя из этой позиции, должно быть больше решений как во внесудебном порядке, так и в судебном порядке, в соответствии с которыми, если известен реальный поставщик, то налогоплательщику будет предоставляться налоговая выгода в том либо ином размере. Ряд налоговых дел, которые связаны с налоговой выгодой, в них затрагивался вопрос о наличии экономической цели при совершении тех либо иных целей. Ну, вообще следует заметить, что соответствующие дела, конечно, можно было рассмотреть в рамках споров о налоге на прибыль, но я думаю, ничего страшного, если они будут рассмотрены и применительно к налоговой выгоде. Первое дело – это ТНС «Энерго Воронеж». И в данном деле вообще рассматривалась специфика электроэнергетики. И суды пришли к выводу о том, что вообще деятельность налогоплательщика, связанная с электроэнергетикой, отличается тем, что здесь существует непрерывный процесс по приобретению электроэнергии и ее передаче.
В этой связи суды, нижестоящие суды посчитали, что заключение договора по управлению покупками электроэнергии не имеет какого-либо экономического смысла. И налогоплательщику, в общем-то, такой договор был не нужен. И единственной целью такого договора, ну, точнее, единственным последствием такого договора являлось то, что у налогоплательщика значительно увеличились, многократно увеличились расходы. Следующее интересное дело было рассмотрено в споре с «Газпром Трансгаз Екатеринбург». И в этом деле налогоплательщик приобрел информацию по скважинам, которые были ликвидированы. При этом было установлено, что в действительности налогоплательщик должен был прекрасно знать о этих скважинах, и, в общем-то, он и без заключения такого договора обладал информацией о скважинах, он знал о процессе строительства этих скважин, о том, что строительство не может быть закончено, ну и вообще то, что эти скважины ликвидированы. Ну, знал он об этом в связи с наличием определенной связи с владельцем этих скважин. Поэтому было признано, что приобретение такой информации не было связано с производственной деятельностью налогоплательщика, и сама по себе эта информация какой-либо ценности для налогоплательщика не имела. В этой связи налогоплательщику было отказано в вычете по НДС. Так, ну и закончить рассмотрение практики Верховного суда за 2021 год хотелось бы классическими спорами по налоговой выгоде, которые связаны с дроблением бизнеса. Вообще, несмотря на то, что обстоятельства дробления бизнеса, я думаю, известны и как специалистам, так и в целом даже людям, которые не занимаются глубоко налоговым правом, ну, например, занимаются ведением бизнеса, тем не менее из года в год рассматриваются дела о дроблении бизнесом с классическими обстоятельствами такого дробления. То есть достаточно много можно встретить дел, да, где создаются фирмы, группа фирм, и они управляются одним лицом, либо одними лицами, располагаются по одному адресу, у них открыты расчетные счета в одних и тех же банках, при этом управление счетами осуществляется с одного IP-адреса. В том числе может быть установлено, что управление осуществляется и, ну, банковскими счетами одним штатным работником. Бухгалтерия и налоговый учет ведется одним бухгалтером, осуществляется одна деятельность. Ну и переписка с контрагентом осуществляется, скажем, либо с одного адреса, либо одним лицом, да, от имени лишь одной фирмы, которая, собственно говоря, и является в действительности, во-первых, реальным экономическим субъектом, ну и, во-вторых, организатором, по сути дела, схемы дробления бизнеса. И, в общем-то, такие обстоятельства, например, можно увидеть в деле «Куйбышевский торг» и торговый дом посольства вкусной еды. Я полагаю, что, конечно, в действительности такие дела будут продолжать встречаться и далее в судебной практике, и все-таки лицам, ну, которые хотят каким-то образом оптимизировать свое налогообложение, им, конечно, необходимо принимать во внимание такого рода дела и понимать вообще, как дробится бизнес, на какие необходимо обращать обстоятельства дела. Налоговый орган прекрасно все это знает. И прекрасно знает об этом и судебная практика. Поэтому в данном случае, если они решат оптимизировать свое налогообложение путем дробления бизнеса, они, конечно, должны и оценивать риски с этим и вероятность положительного либо отрицательного исхода при рассмотрении такого рода дел в судах.